Сначала, наверное, не наверное, а точно, ну, вкратце, Ренат скажет вообще, почему эта пьеса, почему этот спектакль, почему сейчас и, может быть, что-то там. Почему? Ну, я просто ее написал, не мог ждать, пока кто-нибудь додумается ее поставить, поэтому сам поставил. Вот, а написал, ну, про что знал, просто написал сам, как бы я, как сказать, из сибирской тайги, поэтому, собственно, и антураж такой получился. Хорошо. А теперь просим высказаться тех, кто посмотрел. Вот просто первое впечатление. Начиная от уровня понравилось, не понравилось. Ну и желательно, что именно, кто именно. Что? Кто начнет? Очень хочет сказать Марина. Спасибо.